Каждую субботу семья Ежовых приходит в студию Катрики в полном составе, чтобы нарисовать свой собственный мультфильм. Они придумывают персонажей, декорации и костюмы, которые постепенно становятся частью одной большой анимационной картины. Мы мультфильм снимали про создание герба нашего семейного. Один раз Аня подошла к нам и спрашивает: «Мама, у нас есть семейный герб?» И тут же родилась идея: герба-то нет, но его же можно создать. И вот тогда мы подумали. Сначала начинающие мультипликаторы нарисовали ежа как символ своей фамилии. Потом добавили цветущее дерево, радугу, голубя и солнце, что означает рост и развитие семьи. Эскиз положили на мультипликационный станок и стали воплощать свой фильм в жизнь. Для нас все новое, мы еще никогда не делали мультики, не создавали. Поэтому, конечно, вообще процесс самый интересный очень. Вот. Ну, сложности, наверное, скорее технические такие эти. Вот. Очень хочется быстро все нарисовать, а ведь надо же вот буквально там пару мазков, пару линий и каждый раз снимать это. Мультфильмы в студии «Кадрики» создают 4 семьи. У каждой есть своя история: как я провел лето, как я купался с дельфинами и даже про поход в кот-кафе. Делать семейные мультфильмы стало возможным благодаря участию детской школы искусств номер 2 в фестивале «Отличное дело 2018», который проходил в августе в Нижнем Новгороде. Там студия «Кадрики» выиграла грант на приобретение мультипликационного станка. Изготовление станка дало нам возможность снимать мультики по-новому немножко. И сам проект, который занял место, называется «Семейная история». После озвучки и монтажа семейные мультфильмы отправятся в Нижний Новгород. Предварительный показ работ, созданных на новом станке, пройдет в детской школе искусств номер 2 уже в конце октября. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.